автор этой песни не я. Ну, естественно, да. Это автор Александр Делунг, автор многих песен, в том числе «Тиховали собаки», «Надвигающаяся даль», «Я явился к вам во враге». И так у него еще много песен есть. Его, к сожалению, мне кажется, уже нет в живых. Я не знаю, что тут имелся в виду, что кто-то там мой родственник, я не знаю. Соломон Пляра, не думаю, потому что это было все-таки в Одессе в 20-е, 30-е годы, поэтому я не думаю, что мы родственники. Но все равно спасибо, спасибо за хорошую песню. Это школа Соломона Пляра, школа бальных танцев. Две шаги налево, две шаги направо, и шаг вперед, и две назад. Кавалеры приглашают дамов, там не брошка, так и там вперед. Две шаги налево, две шаги направо, и шаг назад, и поворот. Кавалеры, не держите дам. Не считали, вам говорят, это неприлично, не гигиенично и не симпатично, вам говорят. Дамы, не сморкайтесь в занавеску, это неприлично, вам говорят, это неприлично, не симпатично, не гигиенично, вам говорят. Две шаги направо, и шаг назад, и папа. Фима, Гриша, бросьте разговоры, еще забыла полки, вам говорят. Две шаги налево, две шаги направо, и шаг вперед, и две назад. Дамы, дамы, помогите Боре, помогите Боре, вам говорят. Он наделал лужу в коридоре, шаг вперед и две назад. Сара, Сара, не вертите зад. Это не пропеллер, а вы не вертолет. Это не прилично, не симпатично. Yeah.